Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой и такие живчики. Значит, у меня анонс, цыплята народились, я не знаю, правда, сколько. Так, вижу одну скорлупу, вернее, с одного яйца скорлупу. Влажность повысилась с 53 до 61, значит, где-то около двое-трое вылупились, скорее всего. И когда будет массовый вылуп, тогда влажность повысится еще сильнее. У меня просьба к моим зрителям придумать название этой... О, вижу одного. Вот там где-то посередине. Ну, тут, в общем, все равно не видно из-за блика. Название этому выводку, так как у меня уже закончились, в общем, все варианты более-менее нормальные. Напомню, что это у меня карачуны. Предыдущий выводок у меня Белая гвардия. А самый первый в этом году это дети Папа Карло и компании. Подскажите мне нормальное, как их назвать вообще. Значит, Муслим из Галиани первый прислал свой вариант, но я не буду говорить какой, а вы подскажите мне в комментариях к этому видео. Арсений Селезнев, Зверобой, анонс. Выводятся цыплята, четвертый выводок в теплуше 63 переделанной для холодных помещений. Также у меня хорошее известие. У меня по времени, значит, сейчас подключить рекламу можно будет по времени, а вот по количеству подписчиков там еще нужно где-то 350 или даже больше подписчиков добрать, чтобы подключить рекламу, и цыплята наконец смогут получать без всяких донатов, без всяких там этих, напрямую корм от рекламодателей. Так что, если у вас есть возможность такая, вы еще не подписаны, подписывайтесь, это пойдет на пользу моей работе по выводу новой породы, максимально устойчивой таким вот сельскому варианту, потому что многие породы выводятся для того, чтобы работать в условиях всевозможных. Так, буду этих показывать, они такие веселые. Для ферм в основном выводится, а для домашних хозяйств не очень, редко. Вот такие пестрые, это, допустим, пестрый такой, вот тут черно-белый кукушечный, настоящий кукушечный. Также там он черно-коричнево-желтый. Наверное, желтый будет. Посмотрите, как эти цыплята, когда я их переносил, они даже пытались сбежать с инкубатора. Выпрыгивали. Значит, каждая цыплята у меня в отдельном плейлисте. Заходите в плейлисты, там написаны, как называется выводок, так называется и плейлист. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, Зверобой. Это был анонс. Две хорошие новости.
И надеюсь, что вы подписываетесь на канал, будете смотреть обновления. Пока!